Югорчанам проще будет платить налоги. С 1 января 2023 года начинает работать механизм уплаты через единый налоговый счет посредством оформления единого налогового платежа. Для проведения переводов потребуется только ИНН и сумма платежа. Это позволит бизнесу минимизировать ошибки и максимально снизить временные затраты на сверку расчетов с бюджетом. Ускорится и процесс возврата на счет переплаты. Еще один плюс – уменьшается до 1 дня время снятия блокировки со счета лица после погашения им задолженности перед бюджетом. Вот это наш единый кошелек, в который складываются денежные средства, и потом они самостоятельно распределяются налоговой в зависимости от тех видов налогов, которые требуется уплатить. То есть не нужно больше уточнять, не нужно думать, на какой счет, куда зачислится переплата, с откуда куда их нужно перенести. В общем, целая куча вопросов отпадает после 1 января 2023 года. Отчетность становится прозрачной.